Члены местного отделения партии «Единая Россия» поздравили сотрудников подстанции скорой помощи с профессиональным праздником. Скорая помощь город Видное Московской области, диспетчер 150-81. Что там случилось? 10 бригад скорой помощи работают сегодня на Видновской подстанции номер 92. Врачи, диспетчеры и водители недавно переехали в хорошо оснащенное и полностью оборудованное здание площадью примерно в 3000 квадратных метров и только обживаются в новом доме. Количество сотрудников на данный момент около 250. Вот. Все, в принципе, оснащено и очень хорошо, учитывая, что даже появился свой гараж с ремзоной, да, и, собственно говоря, с тем, что у нас есть мойка теперь, наконец-таки. Члены местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Квасникова, Максим Арапов, Владислав Рымша и активисты «Молодой гвардии» посетили новую подстанцию и поздравили сотрудников с профессиональным праздником. У нас у всех сегодня праздник, потому что мы очень ждали открытия подстанции скорой помощи. И очень рады тому, что 10 бригад скорой помощи сюда заходят. Гости вручили сотрудникам цветы и подарки, привезли рисунки школьников и осмотрели все помещения нового здания. Ремонтные работы были выполнены быстро, качественно, в срок. Даже, можно сказать, они опередили все сроки и ожидания. Видновская подстанция номер 92 была возведена всего за 4 месяца и уже работает в круглосуточном режиме.